Я считаю, что вот эти вот батальоны патриотов должны заменить собой органы МВД в первую очередь в городах для того, чтобы предупредить предательство, предупредить снова новый виток коррупции, который на самом деле не прекращается даже сейчас. Я знаю, что по Садовой особой МВД даже сейчас получают взятки, даже сейчас они обирают предпринимателей, даже сейчас они ведут тот же образ жизни, который вели до войны. На самом деле другого образа жизни они вести не могут, поскольку вся система МВД была именно на этом построена. И люди шли туда, я повторюсь, много раз я это говорю, люди шли туда не для того, чтобы защищать закон и порядок, а для того, чтобы решать свои меркантильные интересы посредством вот этих вот возможностей, которые не дает служба органов внутренних дел. И вот, ребята, эти все органы, особенно на местах, я говорю только о том, что вот я лично видел. Я уверен, что и выше там, и министерство, и прочее, та же самая каша, я в этом не сомневаюсь. Но я говорю только о том, что я видел. В Луганской области в том виде милиции, в котором она была до войны, она существовать не должна, иначе она нас приведет к тому же самому.